это первое свидание. Если их запустить, они очень дружелюбные социальные животные, которые друг другу вреда не принесут. Первая встреча мангуста Буча и его молодой невесты Манго. И уже все понятно, пара сложилась. Подругу Бучу привезли из частного новосибирского зоопарка специально для создания семьи. Смотри, смотри, она прям это самое. Она в охоте уже? Она в охоте, да. В общем, эта девочка готова стать мамой. Наличие пары – это всегда появление потомства, это очень здорово. И главное то, что это соответствует требованиям, которые предъявляются к зоопаркам, это восполнение видового многообразия на планете. Восьмимесячная хищница Манго – настоящая непоседа и крайне любопытная. То есть это животное любознательное. Вот вы сейчас посмотрите по тому, как оно себя ведет, да? То есть первое, что необходимо, это вот сразу же мы начинаем ковырять, ищут корешки, червячки, жучки. Это постоянно. Родом мангусты из Северной Африки и Индии. Появились на Земле около 65 миллионов лет назад и с тех пор прекрасно ладят с людьми и даже их защищают. И несмотря на небольшой размер, как мы знаем из рассказа Киплинга «Рикки-тикки-тави», мангусты с легкостью справляются со змеями. А поскольку они хищники и питаются мелкими грызунами, то есть не брезгуют они ни мышами, ни крысами, но лакомство для них, конечно же, это змеи. И поэтому они спасают прежде всего жилье индейцев, жилье африканцев от опасных змей, которые могут заползти в жилище. И мангуст, вот он проявляет свою, поэтому настоящий рикки-тикки-тави. А барнаульский зоопарк, между прочим, может порадовать гостей не только парой мангустов. Уже на следующей неделе сюда приедет канадский волк, а чуть позже коллекцию пополнят редкие птицы. Филины, соколы, балобаны и орлы. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.